У нас Новый год, и снежинка живет, белая снежинка, как сама Надинка. Вот такие цветочки и домик двухэтажный, кошечки, да. Ну и вот такая вот стилистика лучшего, интересного, свежего решения. Так что, господа, пойдемте на балкон. На балконе у нас кто живет? Тоже белые фонарики, орешки. И вот такие немецкие дворики, где у них кресла, всякие цветочки. Осень подкрадывается, и грустят немцы, что нет жары. Вот такая русская береза, она олицетворение, наверное, любви к России и к родине, на которой родилась наша гостеприимная хозяйка, подруга Наденька. Вот так вот они украшают свои дома. Но, видимо, соседи не такие, как Наденька наша. Вот наш огород. Наш огород с креслами. И с такими интересными цветуёчками и фонариками. Да, дождики накрапывать собрались.